Для приготовления апельсинового взвара нам понадобится большой питчер, 5 грамм чищенного имбиря, 30 грамм апельсина, веточка розмарина, 1 палочка корицы и 3 гвоздики. Добавляем 50 мл кипятка и 250 мл апельсинового сока. И все подогреваем на стимере. Самое главное, не перекипятить напиток. Перед выливанием перемешиваем тщательно. Достаем веточку розмарина, перекладываем в стакан. И выливаем наш напиток в стакан. Накрываем крышечкой, и напиток готов.